А сегодня утром участники российской делегации во главе с губернатором возложили венки к монументу Победы в Минске. Сегодня в столице с участием российских гостей пройдет ряд важных переговоров. Ожидается, что обе стороны заключат соглашение о развитии торгово-экономических связей в области продовольствия, примут программу научно-технического и гуманитарного сотрудничества до 2016 года. Отмечу, за прошлый год товарооборот между Беларусью и северной столицей России составил более 1,5 миллиардов долларов.